Добрый день! Сегодня праздник замечательных людей, созидателей прекрасных, генераторов идей. Чтобы детству быть счастливым, развивайся, детский сад. Педагогов коллективы нынче вышли на парад. День признания профессии благородного труда. Детский сад с семьёю вместе для детей живет всегда. Среди всех модернизаций в переменчивый наш век, в центре наших инноваций настоящий человек. Человек пока ребенок, завтра школьник, а потом офицер, поэт, геолог, врач, учитель, агроном. Пусть букет профессий разных собирает детский сад. Нынче наш, коллеги, праздник. Всем успехов и наград! Поздравляю!